Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей Жигалко. Сегодня я хочу провести для вас распаковку электрического прессовочного насоса, модель которая называется Brextest 6000. Вот в таком ящике он поставляется от белорусской производственной компании Brexit. Это гидравлический шланг с манометром. Вот так у нас выглядит электрический прессовочный насос, произведенный белорусской компанией Brexit. Повторю еще раз, модель этого электрического насоса называется Brextest 6000, артикул 2010-300. Характеристики этого электрического прессовочного насоса. Он выдает давление 60 бар, производительность у него 6 литров в минуту. Электрический насос укомплектован гидравлическим шлангом 5 метров, также укомплектован поверенным манометром. Работают от электрической сети 220 вольт. Электрический двигатель 1100 ватт. Регулятор давления. Емкость стальная. 12 литров. И то, что очень важно, и то, что очень мне нравится, это стоит хороший фильтр. Это очень важно, потому что по какой-то причине на площадке строительной строители не могут найти чистой воды. И постоянно здесь мусор. И, как правило, когда возвращают насос в ремонт, сервисный инженер вскрывает его, и там куча песка и мусора. Что касается гарантии на этот опрессовочный насос. Компания Brexit дает 36 месяцев гарантию на все свои инструменты и оборудования, которые выпускают в Беларуси. Более того, на время ремонта и диагностики прессовочного насоса они обещают дать подменку. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь к нам. Если для вас важно получить подменку на время диагностики ремонта насоса, мы с удовольствием вам выдадим. У нас для этого они есть. И если у вас остались вопросы, пожалуйста, позвоните к нам по телефону. Наши консультанты с большим удовольствием ответят вам на все интересующие вас вопросы. Пока!